Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ACA и в их соцсетях, ссылка на все в описании. Итак, чемпионский бой в тяжелом весе. Салимгерей Расулов попытается отобрать пояс у Тони Джонсона, смотрим. По-хозяйски Тони занял центр и начал атаковать первым. Расулов двигался и уходил с линии атак, но быстро Тони вошел в ноги к Расулову и придавил к сетке оппонента. Однако не дал бороться Расулов и вернул бой в стойку. Медленным кажется Тони Джонсон, удары летят мимо и чаще попадает Салимгерей. Отогнал он сначала от себя чемпиона, а затем засадил такой жесткий оверхенд, что Джонсон упал лицом вперед. Правда, не отключился Тони и пришлось добить его Салимгерею, но факт в том, что в первом раунде выключил претендент чемпиона и забрал у него титул. Что ж, шикарный нокаут от Салимгерея Расулова, и теперь он чемпион, с чем мы его и поздравляем. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ACA и в их соцсетях, ссылка на все в описании.